трудом сдерживают полиция и служители стадиона. Мячом Дюгари. И четыре француза идут вперед. Ну что, попытаться забить третий мяч. Пети. Удар. И Пети забивает еще один мяч в ворота сборной Бразилии. Ликует Жак Ширак. И на нем тоже сегодня майка французской сборной. Вот это да! Бразильцы повержены с крупным счетом. Жак Ширак в шарфе на шею президента Франции. Шарф сборной Франции. И сейчас уже точно ничто не может победить его, помочь бразильцам и помешать команде Эме Жаке завоевать Кубок мира. 3-0. Два мяча Зидана и еще один гол Эммануэля Пети. Было ли когда-нибудь что-то подобное в истории бразильского футбола? Кто-то может сравнить с этим позором. Поражение на Маракане за сборную.